Ребята, время!
молвой, мечтою слепо глухонемою судьбою. Бой за слова, права, не права, бой за право провести этот бой. Это слот Ньюс, и мы на Дни Пророки. Даша, успела ли ты почувствовать себя миллионершей? Слушай, у меня еще пока нет этих зайчиков, поэтому не успела. Я сегодня у Кэша стрельнула 10 тысяч рублей на кофе. Вот был такой случай. То есть ты себя уже успела почувствовать так? Ну, кофе за 1000 рублей, в принципе, солидно. 10. В любом нормальном заведении это как раз. Так и стоит. Ты привыкла к таким? Конечно. Как хочешь. Сереж, успел ли ты почувствовать себя миллионером? Не, что вы. Нам белорусских денег не выдавали. Ну вот, Даше выдали 10 тысяч на кофе. А мне нет, я вот кредитной карточкой расплачивался в кафе, купил бутылку негазированной воды, и на наши деньги это 10 рублей 70 копеек. Вот это меня поразило, это очень здорово. К сожалению, нет, потому что мне не выдали сегодня деньги белорусские. И я вот миллионером себя не почувствовал сегодня, но очень хочу. Но я надеюсь, после концерта, как мы сейчас выступили, мы должны получить гонорар. И вот как раз его мы получим, может быть, и место. Какие вообще впечатления от белорусов? Да отлично. На самом деле здесь всегда отличные концерты. Вот прошлогодний концерт в Минске – один из моих самых-самых любимых концертов, который я когда-либо играл. Он был просто сумасшедший. И мы скоро опять приедем в Минск, я думаю, что будет бомба. Успел ли ты почувствовать себя здесь миллионером? Да, я деньги еще не менял. То есть, ну, цены видел, как бы, да, прикольно, забавно. Но я знал, но я уже не первый раз в Беларуси. Не сегодня, а раньше я был, делал и почувствовал себя миллионером. Как тебе вообще впечатление пребывания здесь? Клево, я говорю, не первый раз здесь, мне всегда Беларусь нравится. Нравилось и нравится, будет, я думаю, нравиться.